I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Мое сегодняшнее утро началось со смены постельного белья, ну и не только. Освежу в целом всю комнату. Всегда так делаю после болезни. Хочется все перестирать и почистить. Уже настало время менять постельное белье, тем более после болезни хочется чистую постель. Также отправила в стирку все пижамы, которые одевала, свой халат и жакет. И даже полотенца, которые я использовала в ванной и на кухне, тоже отправила в стирку. В общем, все меняю и освежаю. У нас пока еще продолжается бабье лето. За окном теплая погода, температура воздуха 22-23 градусов. Осенью у нас, в принципе, пока еще и не пахнет, только вечером выходит прохлада, но надев кардиган или жакет, ты в порядке. Даже ночью, пока мы укрываемся тонким одеялом, и этого нам хватает. У нас всегда так бывает, просто в какой-то момент резко похолодает, и мы с не очень теплого жакета сразу перейдем на зимнюю куртку. В общем, быстренько пробегусь по мебели, вытру все поверхности, смахну пыль с тумбочек, с туалетного столика и помою полы. В принципе, такая неглубокая уборка у меня здесь сегодня. Ну вот, хотелось освежить комнату, и потом еще оставлю дверь открытой, чтобы комната наполнилась свежим воздухом. Перемещаюсь на кухню, и здесь у меня очень много дел. И в принципе я весь день провела здесь на кухне. После субботней закупки у меня было много овощей, которые нужно было разложить по местам. Мне Давид принес вот такие большие пучки петрушки и укропа. Обычно с рынка он приносит очень хорошую крупную зелень. И дабы ее не испортить, я тут же все перемываю, раскладываю на пластиковые противни. Ну и когда они высыхают, я их нарезаю и размещаю в пищевые пакеты. Потом я их замораживаю и использую. Но такие пакетики долго у меня не задерживаются, потому что зелени я в обедах использую много. Но они всегда очень выручают, поэтому я всегда радуюсь, когда могу заготавливать себе такую зелень. И вот здесь хорошо видно, какая петрушка крупная, и стебли у нее очень толстые, поэтому стебли я всегда отрезаю, выбрасываю, а все остальное нарезаю. Я сегодня ходила в мясной магазин, купила птицу, мясо. Вот здесь у меня килограмм говяжьего фарша. Никогда не замораживаю целиком, всегда делю напополам и убираю вот в такие пакеты. Замораживаю брикетиками, потому что, во-первых, размораживать их легче. Во-вторых, я в блюдах редко использую килограмм фарша. Например, если я готовлю суп с фрикадельками или макароны по-флотски, то обязательно использую полкилограмма фарша. Килограмм я использую, когда готовлю голубцы, чтобы так получилось побольше на несколько дней.
Ну а здесь у меня килограмм говядины. Это уже на борщ, на какой-то соус или супчик. Вот такое мясо мои дети не едят. В крайнем случае я не смогу съесть этот суп, но только без мяса. Такое мясо они не любят. Поэтому если я покупаю мясной фарш, то это всегда говядина, чтобы хоть какое-то красное мясо они съели. И еще купила курочку и 20 куриных крылышек. Когда я покупаю куриные крылышки, то я их сразу же мариную в медово-соевом соусе и запекаю в духовке. Эти крылышки мы все любим, и они улетают просто как семечки. Здесь я уже разделываю курочку. Я ее не промывала, я ее просто хочу разделить на кусочки и разложить по пакетам. Куриную грудку я всегда отрезаю, потому что мои дети просто обожают куриные наггетсы, поэтому я всегда грудку запекаю отдельно. Ну и потом у нас в семье как-то, знаете, очень удобно вкусы разделились. Мои дети очень любят грудку, я люблю куриный окорочок, а Давид любит всю верхнюю часть, он очень любит долго сидеть и заниматься этими мелкими крылышками, ребрышками, в общем, любит он это дело. После того, как я разобралась с нашей закупкой, я начинаю готовить. И сегодня я хочу приготовить несколько блюд на несколько дней вперед. И начинаю готовить каннеллони с фаршем. Для этого нам понадобятся сами каннеллони, 0,5 кг фарша, 1 репчатый лук, 1 средняя морковь и 1 кабачок. Ну, сюда можно использовать абсолютно любые овощи, ребята. Даже можно взять грибы вместо фарша. Я же сегодня буду использовать морковь и кабачок, потому что я хочу, чтобы мой старший сын хотя бы вот в таком виде съел овощи. Фрукты и овощи он не ест, он их не любит, даже видеть их не хочет. Из фруктов он ест только банан, и то я за ним гоняюсь, напоминаю, заставляю, чтобы он взял и съел хотя бы один банан. Ну а овощи вообще не ест, он хочет только жареное, запеченное мясо, ну и там гарнир только меняется. Поэтому я стараюсь в фарш добавлять хоть какие-то овощи, потому что овощи смешиваются с фаршем, и он просто их не замечает и в принципе не понимает, что там внутри находится. Ну а в этой кастрюле у меня варятся овощи на оливье. Здесь у меня тушится фарш с овощами. Я сюда еще добавила зубчик чеснока. А сейчас добавляю такой замороженный брикет из свежих томатов. Я сама их замораживала, вы знаете. Ну и оставляю все это вместе готовиться. Фарш должен хорошо свариться, а влага должна выпариться. И начинаю готовить бешамель. Я вам уже много раз показывала, как его готовлю. Все очень просто. Пропорции таковы. На литр молока беру 100 грамм сливочного масла и 100 грамм муки. Если у меня формочка маленькая, то естественно литр молока будет много. Тогда я использую 500 миллиграмм молока и соответственно 50 грамм сливочного масла и 50 грамм муки. Я надеюсь, вы поняли. Всегда получается идеальная бешамель. Готовится тоже она очень быстро. И когда она у меня сварилась и дошла до нужной консистенции, я выключила огонь и только потом отправляю сюда желток одного яйца и 30-40 грамм тертого сыра. Фарш уже почти дошел, я его солю, перчу, и когда уже выключу огонь, добавлю петрушку и укроп. Все хорошо перемешаю, и вот так должен выглядеть готовый фарш. Беру небольшую формочку, она идеально подошла по размеру, потому что каннеллони круглой формы, и в два ряда они здесь прекрасно уместились. Теперь беру небольшую ложечку и начиняю каннеллони.
На первый взгляд может показаться, что это очень трудно сделать, но, девочки, это не трудно, это муторно, нужно здесь повозиться немного. Но, девочки, если у вас есть более простой и быстрый способ, то обязательно пишите. Я думаю, всем будет полезна эта информация. Укладываю первый ряд и заливаю бешамель, такую хорошую порцию. Добавляю немного тертого сыра и выкладываю второй ряд. Ну и последним слоем у нас пойдет бешамель. Формочку накрыла я фольгой и отправила в духовой шкаф. Блюдо я запекала на 180 градусов 40 минут. Потом убрала фольгу и запекла еще 10 минут, чтобы корочка сверху зарумянилась. А вот здесь я уже начала нарезать овощи на оливье. Они у меня все сварились, остыли. Мне уже Янис несколько раз напоминал об этом салате, говорил, что я давно его не готовила. И действительно, я его все лето не готовила, как-то не хотелось кушать оливье. Наверное, все-таки он больше осенне-зимний салат. В общем, взяла стандартные овощи, за исключением колбасы. Я никогда не добавляю в оливье колбасу или мясо. А также, когда у меня нет маринованных огурцов, я их заменяю на обычные огурцы. И все равно салат получается бесподобный. Все овощи нарежу в эту большую миску, добавлю соль, перец. Но соли добавляю немного, потому что майонез достаточно соленый, поэтому много соли не добавляю. Из зелени я сюда добавляю только петрушку. Все перемешаю и переложу в контейнер. И этого салата нам на 3-4 дня точно хватит. Посмотрите, какая огромная груда посуды у меня тут собралась. Потому что я готовила много и все готовила одновременно. И вся посуда здесь состоит из мисок, кастрюль, сковородок. Именно все, что я не кладу в посудомоечную машину. Ну, в принципе, сковородку и кастрюлю я могу положить в посудомоечную машину. Но не кладу, потому что я их берегу. Я не знаю, вот эти золотые детали, как они себя поведут в машине. Вот поэтому я их туда не кладу. Но, в принципе, мне не составляет труда все это перемыть вручную. Мои белые кастрюли отмываются очень легко. На дно ничего не прилипает, и снутри, и снаружи они очень легко отмываются. Эти кастрюли вы всегда отмечаете, всегда про них спрашиваете. Они у меня от бренда Maxwell и Williams. Я смотрела у вас на сайтах и в России, и на Украине. В интернет-магазинах есть продукция этого бренда. Это, кстати, австралийский бренд. Вот. Так что, девочки, поищите. Я уверена, вы найдете там не только кастрюли, но и многое другое. Там огромный ассортимент вот такой красивой белой посуды. И белая сковорода, которую мне привезла мама, я ею тоже очень и очень довольна. Ничего на ней не пригорает, все смывается легко. Даже вода от нее отталкивается и соскальзывает. И после того, как я ее помою, даже капли воды на ней не остаются. В общем, супер сковородка. Если я знала, что она такого шикарного качества, я бы маме заказала всю серию. Но ничего, в следующий раз. В общем, домываю посуду, освежу раковину и пойду дальше. Ну вот, пока я тут мыла посуду и прибиралась, наши каннеллони подошли, запеклись вот такой красивой пышной шапочкой.
В общем, ребята, получается, это блюдо просто восхитительно вкусно. Если вы не пробовали это блюдо, вы просто обязаны его попробовать. И последнее блюдо у меня на сегодня – это борщ. Я сегодня решила готовить борщ без мяса, но так как я не люблю супы на воде, я принесла куриный бульон. У меня в морозильной камере было два больших контейнера с куриным бульоном, поэтому сегодня приготовила борщ на курином бульоне. Взяла свою самую большую кастрюлю и приготовила много борща, потому что все знают, да, чем дольше борщ стоит, тем вкуснее он становится. Тоже будет у нас жидкий обед на несколько дней. Борщ у меня уже готов, и в самый последний момент, когда я уже выключаю огонь, я добавляю зелень и свеклу. Свеклу я измельчила в блендере, поэтому она прекрасно успевает пропариться и отдать очень яркий, насыщенный красный цвет. Я измельчила всю свеклу, которая у меня была, потому что, в принципе, я ее много не использую. Ну и чтобы она у меня не испортилась в холодильнике, я ее сразу всю измельчила. Переложу в небольшой икеевский пакетик и заморожу. Ну а вот здесь я уже выхожу на финишную прямую, ребята. Я приготовила несколько блюд, перемыла всю посуду. И единственное, что мне тут осталось, помыть плиту, фартук над ней и столешницу вокруг нее. И потом еще дождусь остывания борща, чтобы убрать его в холодильник. Ну а все остальные блюда я уже переложила в контейнеры и убрала. После такого насыщенного трудового дня, что у меня, что у Давида, Давид меня просто силой вытащил из дома, ребята. Вот честно, он когда вернулся домой, он просто стоял у меня над душой и ждал, когда я закончу с кухней, чтобы мы вышли гулять. Он уже несколько дней мне говорил, давай сходим туда или туда. А я всегда отказывалась, потому что я в течение дня очень устаю. И под конец дня у меня уже не бывает настроения куда-то ходить. Я хочу одеть свою уютную пижамку, укрыться пледиком и полежать на диване, посмотреть какой-нибудь фильм. Вот для меня это самый лучший отдых. Но так как Давид уже несколько дней меня просил куда-то сходить, я уже подумала, охота не охота, но нужно обязательно одеться и выйти. Так что мы приехали в самый большой торговый центр нашего города. Он очень большой, и площадь, которая прилегает к нему, тоже очень большая. Здесь много ресторанов, кофейн, и внутри, и снаружи. Тут есть большой кинотеатр и очень много магазинов. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on. Мы зашли в кофейню, которая находилась внутри торгового центра, потому что на улице мне было прохладно. Очень уютная кафешка, народу было немного. Мы приехали сюда для того, чтобы погулять и выпить чашечку кофе. И действительно, мы заказали по чашечке капучино и одну большую вафлю с фруктами и сливками.
И, ребята, хочу вам сказать, что действительно смена обстановки помогло мне расслабиться, отдохнуть и снять напряжение. Я хотела всех поблагодарить за ваши добрые пожелания мне скорейшего выздоровления. Я думаю, все ваши пожелания нашли свой адресат. Я тоже, в свою очередь, хочу вам пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой, и пусть ничего не омрачает нашу жизнь. А мое видео подошло к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Буду ждать ваши комментарии, ваши пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Желаю удачи и всем пока-пока! Could wear a blindfold.